Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1515. События дня. 1 Тимофея 3:16. И беспрекословно великое благочестие тайны. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. За 4 февраля 2020 года. И обращение о помощи нашему брату, помочь купить комбайн. Большая стоимость, но это кормит всех. И 4 ролика, как они живут, Барабаш Игорь Александрович. Ну и переписка нашего содружества, как называют чат тут. Беседует. Вот так. Что главное в Святой Библии написано? Всегда надо смотреть на это. А что в Библии написано? Если человек верит Богу, он понимает, это главное. Вот так. Как было со Стефаном? Что они делали с ним, единоверцы? Готовить новые визитки решили тут. Я-то тут никакого счастья не принимаю. Ну, знаю, как это дело было. Покажу их. Старые визитки там, где было, уже выбросил. Не в визитки, а с чего снимать. Может, курсором приостановить и просчитать. Я не могу сказать, все одинаково читает кто-то, потом продвигаю так, среднее. Ну и показать. Сейчас я, может быть, найду здесь это или нет. Вот. Была визитка какая. Вот как. Сергей, тут батюшка крестит. Библейский сайт. С обратной стороны вот такая надпись. Ну, видать. Чтобы вошло все. Вот так это выбросить. Не выбросить, ну, убрать, она копия взята. И вот как теперь? Вот первое, значит, было взято вот это. Дети, воспитанные во Христе. Вот единственная национальная идея, которая могла бы поднять Россию и сделать ее великой и славной. Игнатий Лапкин.
Но она тут да, продолговатая, так и потом уменьшат ее. А вот какие варианты уже издавать? Вот с обратной стороны, что теперь написано будет? Ответы на вопросы во свете Библии, православный форум. Канал на Ютубе во свете Библии. Канал «Открытым оком». «Мой мир». И скайп выходить на меня, Игнатий 10. ВКонтакте. В скайпе. По изучению Библии. Кто ведет занятия? Семенов Виктор Колесников. Пупков Сергей. Вот где занятия идут. Труд, отдых с детьми летом. 3 телефона. Деревня Потеряевка. Я не даю нигде свой телефон, а на том были они, где непрерывно звонит, безобразничает. Тут что-то Сергей зашел. Ну ладно, это так уже. Вот теперь показать, как. Вот они, дети. То же самое рисунок во свете Святой Библии. А дальше надписи вот эти. 3 мальчика и 6 девочек. Это же самое полностью надпись-то, но крестит маленького мальчика. Это чтобы из воды его только что вынырнул и так смеялся, это вообще редко, улыбался. Там на берегу стоят, снимают. По Теряевке идет крещение. А это тоже точно так же, но здесь мужчины. Мы с батюшкой стоим. Там Андрей, Сихаре, Устинов. И вот стоят здесь. Подходят ко кресту, к иконам, свечи горят. Те же самые слова во свете Святой Библии. То есть такие можно издать теперь. И вот такую можно избрать. После крещения люди со святами уже стоят. Крещение приняли. В то время я им говорю слово. Рядом дети. Дети, там 2 головы, видать. Сзади, впереди тут ребенок. Там батюшку даже видать. А здесь я иду. Дальше, говорит, да фон какой-то, как раз фон тот, что надо. Деревья. Видишь, как? На проповедь с жезлом, с посохом. Ну, это уже 10. То есть 5 вариантов. 2. Вот первый вариант. 2, 3, 4, 5. И все одинаково везде надписи. Великое и славное. Ну и все на этом, наверное. Ну все одно и то же. Ну это Сергей занимается этим, может быть, удастся издать. Вчера был вторник. Ничего не ставим пока. Неделю ничего ставить не будем на нашем Ютубе. Ну, там хватает. Я говорил, что у нас на вторник, на 4 февраля 2020 года. 20 434 видео. 45 500 подписей. И 46 174 643 просмотра. Вот так. Продолжается работа пока. Помаленьку пытаюсь что-то лечить, алоэ на глаз накладывать. Ну что, сижу один здесь целый день. Сходил, воды принес 2 ведра. Голубей накормить. Воробьев, жуланов. Все на этом.